Да, президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте. Но на нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, и представители иных госструктур, и губернаторы, а также, так сказать, мнения формирующие люди. Это политологи, социологи, руководители СМИ, обыкновенные журналисты, ученые, блогеры. Таким образом, то заявление, которое президент планировал сделать сегодня, прозвучит завтра в овальном зале парламента, после чего состоится дискуссия по широкому кругу вопросов.